Добрый день. Сегодня расскажу еще про одну примитивную головоломку. На этот раз от компании Мою из серии Magical Pyramid Puzzle. Называется Unicorn Cube. В таких нежных оттенках. Сама коробочка показана вращение. Здесь код товара MF8899. Ну и в принципе ничего интересного. Открываем. И нас здесь встречает инструкция, ну и сама головоломка. Размером, как обычная трешка, все, да, примерно так, 56 миллиметров где-то или 55. Не особо легкая, чуть потяжелее вот этого юксина. А цвета очень похожие на всю серию. Вот это из Magical Pyramid Puzzle. Пирамидка, да, именно такой же пластик. Ну, у пирамидок было по 4 цвета, здесь добавился еще белый и какой, а вот это вот вроде оранжевого. Белого оранжевого на пирамидках не было, но здесь есть. Посмотрим инструкцию. Английский, китайский. Подобное было на O2 куб. Для простой головоломки подробная инструкция. Мы должны справиться без нее. Стоит отметить, что настоящий Unicorn куб вот от MF8 выглядит вот так. Это 3x3, у которого вращаются вот так вот уголки. Делают такое же название для элементарной головоломки, мне кажется, не самый лучший выбор. Компания Мой погорячилась. Поэтому честнее будет назвать это Dino 1x1. Ну, Динокуб всем известен. Так вращается. Здесь как раз углы. Но здесь углы вращаются, но ничего не перемешивается. То есть у нас есть, сколько получается, 1, 2, 3, 4 уголка. И они вращаются только относительно своей оси. Здесь же уголки состоят из трех элементов, и вращение одного уголка перемещает 1/3 у другого. Получается, 3 ребра составляют один уголок. Здесь же уголок — это целый элемент, и его можно только вращать. И смысл сборки — просто правильно ориентировать вот эти 4 элемента. Ну, понятно, что здесь нужно действовать как на пирамидке, найти два уголка с одним цветом и этот цвет повернуть на одну грань. Ну и потом оставшиеся два повернуть в нужное положение. Ничего сложного, и интуитивно любой сможет это решить. Вариативность сборки недалеко ушла от O2 куба, но вращение здесь гораздо приятнее. Такая вот фиксация есть, кажется, что он чуть ли не магнитный. Скорее всего, просто какие-то здесь защелки. Ну, приятно фиксируется, и его можно как антистресс использовать. Так же, как и O2 куб, его можно дарить тем, кто только-только начал изучать головоломки или никогда о них не слышал, не использовал, не решал. То есть такой подарок, который и не заставит что-то серьезное изучать, и немножко познакомит с тем, что это такое. Да, здесь есть паритет, как на настоящем юникорне, флип одного угла. Но тут нужно сделать много движений, чтобы это решить. А здесь, оп, и все. Ну, как на пирамидке. Приятная головоломка, нежные цвета. Но, естественно, очень простая. Здесь только одно собранное состояние. Напомню, что у Динокуба их два. Можно противоположные цвета поменять местами. Ну, здесь, так как элементы не перемещаются, а только вращаются, можно собрать только одним образом. Все легко. Чуть поскрипывают пружинки. Ну, вот такой вот Дино 1x1 или Unicorn Куб. Больше, конечно, это антистресс. Так вот, пощелкать, наверное, будет приятно.
Ну а на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.